Ребят, всем привет. Попал сегодня на свое старое место. Вот такое, где я в прошлый раз рыбачил. Опять сюда вернулся. Значит, сегодня будем рыбачить, мои друзья, на вот такие вот мои самодельные кормаки. Чисто на кормаки. По прикормке будет крилевая прикормка. И замешивать будем, друзья мои, на кефире. Вот и все. По наживке будет у нас есть кукурузка, есть опарик и есть красный червь. Червячок. Вот и все. Будем делать бутербродики. Все, друзья. Заряжаем спиннинг. Вешаем нашу оснастку. Все. И в бой. В прошлый раз я тут рыбачил на мастырочку. Отработала мастырка на все 100%. Сегодня будем просто магазинную прикормочку. Но замешивать, я же говорил, на кефире. На кисломолочном продукте. Все, друзья, поехали. Закорм. И погнали. Так, вот это такой вот карп-криль будем использовать. Сегодня немножко засыпаем, совсем чуть-чуть, на пару. Значит, сегодня будет видео не о том, как поймать рыбу, а о том, как рыба будет реагировать на кисломолочные продукты. Значит, мы нашу кашу заправляем кефиром. Все замешиваем на кефирчике, друзья. Есть теория, что карасю нравятся, допустим, вот кисломолочные продукты. Это йогурты там всевозможные, клубничные, ну и тому подобное. Вот мы сегодня берем кефирчик, замешиваем нашу кашку на кефире. Вот так вот. И, друзья, это все мы протестируем. Будет ли от этого какой-то эффект от кисломолочных продуктов. Ну вот, в принципе, все замешалось. Оставляем на 5 минут. И будем рыбачить. Так, друзья, первый забросик. Будем пробовать сегодня, что у нас и как. Вот так вот. Первый забросик пошел. Так, друзья, первая поклевка. Первая поклевочка у нас. И походу промах. Первая поклевочка, не знаю. А не, друзья, есть. Это хороший. Наконец-то дождался, друзья. Вот вам первая рыбка. Вот вам и кефирчик. Кефирчик работает. Что у нас тут? Есть один. Вот он. Оп! Хотел убежать. Так, есть. Вот такой вот, друзья, первый. Красавчик. Ну, небольшой. Но с почином, друзья, вот такой первый карасик у нас на бутерброд. Опарыш и червячок. В прикормочке кефир. Продолжаем рыбачить. Так, друзья, второй перезаброс. Второй перезабросик наш. Вот так, друзья, максимально далеко забрасывать надо. Там бровка, походу. Так, есть все. О, есть, друзья. Вот это есть. Ну, что-то маленькое, небольшое. Так, друзья, вторая поклевка. Вторая поклевочка за час примерно. Но и то хорошо. Первый был карасик. Ух ты, это в траву завел. Что-то небольшое. Вот так вот такой у нас карасик. Ну, вот как обычно за нижнюю губу. Значит, друзья, здесь у нас стоял бутерброд. Значит, берет он пока на бутерброд. Вот такой, вот такой ладошечный небольшой. Но, друзья, приятно. Второй. А мы продолжаем.
Везде у нас поклевище. Везде у нас поклевище. У нас поклевище. Где-то завел в камыши. Ого. Блин. Завел траву. Ну такой. Размерчиком поболее, друзья, я вам скажу. Ух ты, хороший такой, блин. Ух ты, какой хороший. Красавчик. Ух ты, какой красавчик, друзья. Вот он. О, хороший. Вот это уже он. Так, и на что у нас? Хочу понять, на что взял. Сейчас посмотрим. Значит, друзья, взял на, ну, как и прошлые разы, взял на пенотесто, анисовое пенотесто вместе с червем. Вот такой красавчик, друзья. Вот он, шикарный карасик на пенотесто с червячком в комплекте, скажем так, бутербродиком. Хороший, зачетный. Все, отправляем его и продолжаем рыбачить. Вот так вот. Так, друзья, значит, повторяем. Значит, нижний крючок у нас получается пенотесто червь, верхний это червь и опарыш. Посмотрим сейчас, какая будет обстановка. Только что мы взяли хорошего карасика, достойного такого. Давайте. Вот так вот, отлично, друзья. Просто отлично. Все есть. Так, друзья, есть поклевочка очередная. Куда он пошел? Куда он пошел? Туда, куда надо. Вот он. Вот он, красавчик. Вот он. Есть. Есть такой красавчик. Еще один. Так, друзья. Он попался и за плавник подцепился. Ну и за губу. Взял на бутерброд опарыш и червь. Вот такой красавчик у нас. Начали проклевывать вот такие красавчики. Вот он. Так, продолжаем. Так, друзья. Есть. Это, наверное, будет наш завершающий карасик. Где он? Предыдущий сорвался. Ох, опять в этой же траве. Вот он. Есть, 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 есть. Так, друзья, не крупный, но хороший. Вот такой вот карасик, друзья, будет сегодня завершающим. Хороший карасик. Так, взял на пенотесто анисовое. Сработало пенотесто. Так, очередной карасик отправляется к нам в садочек. Вот так вот. Так, друзья, значит, сегодня я тестировал вот такую вот прикормку Carp Krill. Вот, и замешивал на обычном кефире 2,5%. То есть я всю кашку замешивал на этом кефире. В принципе, результат, я бы сказал, неплохой. То есть было много сходов, много промахов, но тем не менее я поймал, по-моему, 5 карасиков. За это все время 2,5 часа провел на рыбалке. То есть я думаю, это нормально. Прикормка, в принципе, рабочая. То есть можно разводить смело на кефире, на ряженке, на каком-то йогурте. Можно тестировать. То есть кисломолочные продукты карася не отпугивают. То есть можно это все применять. Так что, друзья, сейчас посмотрим то, что мы поймали.
И на этом будем прощаться. Так, друзья, вот наш уловчик на сегодня. Вот такие вот красавцы у нас. Сколько? 5 штучек, да? Вот наши 5 красавчиков. Вот они. Ну, я думаю, это, в принципе, нормальный результат. И примерно сколько же было нереализованных поклевок. Так что, друзья, вот так вот получился отдых, рыбалка и тестирование прикормки. Друзья, кому было интересно данное видео, подписывайтесь. Всем пока.